ребята, с вами Вафандрагор. И сегодня начинается у нас новая рубрика Melon Playground. Я буду снимать всякие истории оттуда и всякие жизни водителей, всякие такие вот штучки от строителей. Ну, ребята, всем я желаю приятного просмотра. И кто кушает, приятного аппетита. Ну а мы начинаем. Эх, ну вот и начался мой очередной день в городе Меланск на работе автобусника. Я уже тут покушал, попил чай, оделся и вышел. Сколько там времени у нас? 7:40. Мне надо 8 быть там уже. Блин, надо поторопиться. Так, ну все, я уже тут подошел к парку автобусов. Вот написано. Ну все. Заходим туда. Ой, блин. Что закрыто-то? Откройте. Вот, все. Ну вот оно, вот это вот место, где я сейчас буду работать и выезжать на свой маршрут. Так, вообще бы для начала нужно зайти к вахтеру вот этих вот. Так, что-то тут уже один поехал. Надо зайти к вахтеру для взятия ключа от моей маршрутки. Так, вроде. Так, номер же у меня 485. Ага, все, идем. И один, еще один поехал. Так, ну дверка тут открыта, можно заходить. Опа. Здравствуйте, мне нужны ключи от маршрутки. Да, здравствуйте, а какой номер у вашей маршрутки? 485, да. Вот так. Так, сейчас тут посмотрю. Ага, вот, нашел. Вот, держите, вот они. Спасибо, все, я пошел. До свидания. До свидания. Так, ну все, ключи я от машины получил. Можно и идти и ехать. Так, ну все, я уже тут уселся. Можно, в принципе, и ехать, не гачечиться. Все. Поехали. Ну, наконец-то он уже автобус идет. Это уже надоело. Тут 20 минут уже тут стою, жду его хоть какую-нибудь маршрутку. Ну все, пошли садиться. Ну а я остался, потому что это не моя остановка, а этот уехал. Ну и короче, так еще спустя несколько тысяч остановок. Я потому что не горю желанием вот так вот снимать, как он подъезжает к этим остановкам, уезжает. Так что он просто объездил весь маршрут вот так вот, подбирая пассажиров. И приехал домой. Но сейчас эта стенка появится. Ой, ну наконец-то я отработал свою смену. Еще так 8 часов работал. Я уже весь потный. Фух. Ну все, могу домой заходить. А вам всем до свидания. И если наберется под этим роликом 10 лайков, то я сниму видео «Жизнь водителя трамвая». Ну, вернее, не я сниму, меня попросил тот чел, вот этот в шляпе, сказать это. Ну, это от его лица я его говорю. Ну, все, короче, до свидания, я пошел.